Thank you.
Совокупность материальных элементов.
Четана. Четана. Признаки жизни. Признаки жизни. Дритих. Дритих. Решимость. Решимость. Этот. Этот. Все это. Все это. Шетрам. Шетрам. Поле деятельности. Поле деятельности. Самасана. Самасана. Совокупности. Совокупности. Савикарам. Савикарам. С взаимодействиями. С взаимодействиями. Удахритам. Удахритам. Определяется как. Определяется как. Перевод. Пять грубых материальных стихий. Ложное эго, разум, непроявленное. 10 органов чувств и ум. 5 объектов чувств. Желание, ненависть, счастье и горе. Совокупность всех материальных элементов. Признаки жизни и решимость, все это вместе взятое, составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения. Комментарий Шрила Прабхупады. Все авторитетные источники, великие мудрецы, ведические гимны и афоризмы Веданта Сутры гласят, что материальный мир построен из следующих компонентов. Это прежде всего земля, вода, огонь, воздух и эфир, 5 грубых материальных стихий Махабхута. Далее следует ложное эго, разум и 3 гуны материальной природы в непроявленном состоянии. Есть также 5 познающих органов чувств – глаза, уши, нос, язык и кожа. И 5 органов действия – голосовой аппарат, ноги, руки, анус и половые органы. Над органами чувств стоит ум, который находится внутри тела и потому может быть назван внутренним чувством. Таким образом, вместе с умом всего насчитывается 11 органов чувств. Затем следует 5 объектов чувств – запах, вкус, форма, касание и звук. Эти 24 материальных компонента в совокупности составляют то, что называют полем деятельности. Аналитически изучив эти 24 элемента, мы получим исчерпывающее представление о поле деятельности. За ними следуют желание, ненависть, счастье и страдания, возникающие в результате взаимодействия 5 грубых элементов и представляющие эти 5 стихий в материальном теле. Признаки жизни, представленные сознанием и решимостью, это проявление деятельности тонкого тела, состоящего из ума, эго и разума. Тонкие элементы также являются частью поля деятельности. 5 стихий – это грубые проявления ложного эго, аханкара, которая, в свою очередь, представляет собой первичную стадию развития ложного эго, называемую материалистической концепцией или тамасабудхи, разумом в уме невежества. Оно же, ложное эго, олицетворяет непроявленное состояние 3 гун материальной природы. Непроявленное состояние гун называется прадханы. Тот, кто хочет более подробно узнать о 24 элементах и их взаимодействиях, должен глубже изучить философию Вед. В Бхагавад-гите приводятся только самые общие сведения. Все эти элементы в совокупности образуют материальное тело, которое в своем развитии претерпевает 6 изменений. Рождается, растет, некоторое время существует, производит побочные продукты жизнедеятельности, затем стареет и, наконец, погибает. Таким образом, поле деятельности материально по природе и не вечно, в отличие от кшетраки, того, кто знает поле и владеет им. Ом дьянат марандасья гананджана шалакая Тартур милли пандина Тасмай Шри Гурабе намаха Шри Чайтанья манобиштам Скапитам ена бутаре Своям рупа катамаям Дадати свападантикам Пандихам Шри Гуру Шри Ятапада Камала Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатам Битам Тамсадевам Сарвайтам Сабадукам Арджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишаханитамшча
Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадхи Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So Lord Krishna is explaining about the field of activities. The field of activities means the body. Господь Кришна здесь продолжает объяснять тему о поле деятельности или теле. The Sanskrit word is kshetra. Kshetra meaning the field. So the body is like a field, because just like if you have land, you will go to farm, you plant seeds there, and according to how you cultivate the land, you will produce certain results. Санскритское слово для обозначения слова поле — это кшетра. И тело также связано с полем. Если у вас есть кусок земли, то вы обрабатываете его определенным образом, и в зависимости от того, насколько вы за ним ухаживаете и за растениями, которые там произрастают, в зависимости от этого вы получите определенный урожай. There's a saying in Chinese, they say, Zhong Duo De Do, Zhong Gua De Gua. If you plant beans, you will harvest beans. And if you plant melons, you will harvest melons. В китайском есть такая пословица, очень широко распространенная, Zhong Duo De Do, Zhong Gua De Gua. Если вы садите бобы, то вы и получаете бобы. Если вы садите там разные значения, либо тыква, либо дыня, то вы этот плод и получаете. Body, the body is a field. And according to how we use the body, according to the actions and the behavior we show with the body, we get reactions. И также наше тело связано с полем, и в зависимости от того, какие мы совершаем действия в этом теле, такие мы и получаем реакции и результаты наших действий. In the Christian Bible, they say the same thing. In the Bible, they say, as you sow, so shall you reap. So means as you sow the seeds in the field, according to the seeds you plant, so you will harvest those kind of seeds. И в Библии тоже есть такое высказывание, что посеешь, то пожнешь. Да, как раз из Библии это поговорка. В зависимости от того, что вы засеиваете, те плоды вы и получаете. So this principle is understood all over the planet, actually. Everywhere we go, people, even in atheistic countries like China, they can understand this principle. И на самом деле этот принцип понимают люди во всем мире. Даже в таких атеистических странах, как Китай, у людей есть такое понимание, что посеешь, то и пожнешь. We would call it the law of karma. Мы все подчиняемся закону кармы. The laws of karma are very strict. You may be able to escape the law of the government, you may be able to avoid the policeman, but you cannot escape the laws of the Supreme Lord. Законы кармы очень строги. Вы можете уклониться от закона государства, вы можете каким-то образом спрятаться от полиции, но вы никак не сможете уклониться от законов Верховного Господа. So Lord Krishna is describing the field. The field, the body, it's made up of all of these different elements. Итак, Кришна объясняет, что поле или наше тело состоит из различных элементов. 24 elements are mentioned here by Lord Krishna. Господь Кришна упоминает здесь 24 элемента. Now, in the 7th chapter, Lord Krishna had mentioned only 8 elements. В 7 главе Господь Кришна упоминал лишь 8 элементов. He was, in the 7th chapter,
Lord Krishna was introducing the idea of the concept of the material nature. He said, his nature, his prakriti. В 7 главе Господь Кришна объяснял идею материальной природы, то есть его природы, пракрити. In the 7th chapter, Lord Krishna mentioned Bhumera po navo vayu kamano buddha evacha ahankara iti yamme prakriti vina prakriti ashtada. Lord Krishna names the 8 elements, 5 gross elements and 3 subtle elements. Господь Кришна перечисляет 8 элементов, 5 грубых и 3 тонких. The gross elements: earth, water, fire, air, and ether. 5 грубых элементов — это земля, вода, огонь, воздух и эфир. And the 3 subtle elements: mind, intelligence, and ego. А 3 тонких элемента — это ум, разум и эго. And Lord Krishna describes how altogether these 8 are his separately material element, material energy. И Господь Кришна объясняет, каким образом эти 8 элементов составляют его отделенную энергию. So the material body is made up of these elements, the 5 elements, 5 gross elements mentioned also in this verse. Итак, материальное тело состоит из этих элементов, из 5 грубых элементов, которые также упоминаются в этом стихе. And when you study creation, which is described in the Srimad Bhagavatam, in Canto 2 and Canto 3, it's described several places in the second and third cantos, you can see the beautiful symmetry which is there in the creation. И если вы обратитесь к изучению творения, которое описывается во второй и третьей песне Шримад Бхагавата, вы обнаружите там прекрасную симметрию. First of all, we should understand that the creation comes about from subtle to gross. Во-первых, мы должны знать, что творение происходит от тонкого к грубому. And when Prabhupada heard this statement, he was very happy. He said, yes, he said, he said, what was it? No, Prabhupada was hearing from the Christian Bible where it said, in the beginning was the Word. And Prabhupada said, yes, that is the Vedic philosophy. Шрила Прабхупада услышал о том, что Библия начинается с такого утверждения, что в начале было Слово. И ему это очень понравилось, он сказал, что это отражает суть ведической философии. In the beginning was the Word. Now, in order for there to be a Word, there has to be sound. And sound is the finest element. В начале было Слово. Для того, чтобы было Слово, нам нужен звук. И звук является самым тонким элементом. Sound is vibrated in ether. Звуковая вибрация происходит в эфире. So the first element in the creation is ether, and with ether there is sound. Поэтому самым тонким элементом творения является эфир, и в эфире существует звук. There are no other actions within ether. В эфире не происходит других действий, кроме звука. There's no form, there's no taste, there's no sense of touch, there's no smell. Там нет формы, звука, касания и запаха. The only thing which is there in the element of ether is sound. Единственное, что существует в элементе эфира, это звук. And with sound, you know, to vibrate sound, there has to be the tongue. We use the tongue to vibrate the sound. А чтобы получился звук, нам нужен язык. So that's the first element,
ether, and then the next element is air. Итак, первым элементом был эфир, а вторым воздух. And with air, there's a special quality of touch. И вместе с воздухом появляется чувство касания. Just like, you know, when you go outside, you can feel the air, you can feel the wind blowing, you can feel the breeze, you can feel it. Если вы выйдете на улицу, вы кожей почувствуете дуновение ветра, движение воздуха. And how do we perceive that sense of touch? We perceive it with the skin. Our skin can feel the wind, the air blowing. Как именно мы ощущаем вот это чувство касания? Мы ощущаем его через нашу кожу. So with air, there are two qualities. There's the sense of sound and the sense of touch. И через воздух распространяются два качества или два чувства. Это звук и касание. Then the next element to be created after air is fire. И следующий элемент после воздуха, который создается, это огонь. And fire has a form. А огонь имеет форму. There can be a big fire, a big blazing fire, there can be a little candle. They each have their own form. Может быть большой бушующий огонь, может быть маленькое пламя свечи, и у каждого из них есть форма. And how do we perceive form? We use our eyes to see the form of something. И как мы воспринимаем форму при помощи наших глаз? So you can see how the creation is coming about in a very systematic and gradual way. Таким образом мы можем видеть, как творение производится очень систематично и постепенно. With air, there was only sound. No, sorry, with ether, there was only sound. С элементом эфира приходит только звук. And then came the air. And with air, there was a sense of touch as well as sound. С элементом воздуха наравне с звуком появляется касание. And then there was fire. And with fire, there was form as well as touch as well as sound. А далее появляется элемент огня, и уже с ним есть три чувства. Это звук, касание и форма. All three sense objects are there within fire. В огне существуют все три объекта чувств. There is form, there is a sense of touch, and there is also sound. Форма, касание и звук. After fire is created, then comes water. И после сотворения элемента огня появляется вода. And with water, there is the taste of water. А вместе с водой появляется вкус воды. How do we taste water? We taste with our tongue. Как мы ощущаем вкус воды? Через язык. Nothing else can taste the water but the tongue. Никакой другой орган чувств не может почувствовать вкус воды, кроме языка. So with water, there is also form, there is also touch, there is also sound. И в элементе воды уже присутствует и звук, и касание, и форма, и вкус. And then, after the water comes, then the next element is air, the grossest of all elements. И после элемента воды появляется элемент земли, самый грубый элемент. And Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, he says, I am the original fragrance of the earth. So earth has a particular aroma, particular fragrance. И Господь Кришна в Бхагавад Гите говорит, я изначальный аромат земли. У земли есть определенный аромат. Sometimes when they sell different oils, they will use the term earth scents, the scents which are coming from the earth. They're all different varieties. Благовония.
earth has a particular fragrance, aroma. Да, у земли есть определенный аромат. So that aroma of the earth that is perceived by the nose. И аромат земли воспринимается через нос. You cannot perceive the aroma with your eyes or with your hands. Вы не можете воспринять аромат через глаза или через руки. Only with the nose can you understand the aroma of something. Только с помощью носа вы можете почувствовать аромат чего-либо. But with that air, there is also taste, there is also form, there is also touch, there is also sound. Но в элементе земли присутствуют уже все пять объектов чувств. Это звук, касание, форма, аромат и вкус. So, the five elements are created, you can see the connection between the senses and the sense objects to the five elements. И таким образом мы можем видеть прямую связь органов чувств с объектами чувств и с элементами. And you can see it's a very systematic, very exact method in which these elements develop from one to the other. И мы можем видеть, насколько систематично и насколько точно происходит вот это проявление элементов одного за другим. So it is an indication, it's a clear indication that there is some creator behind this material world. И это напрямую доказывает, что за сотворением материального мира стоит Творец. Materialistic people will deny and say, oh, there's no God, you never see God. They will say like that. Материалисты отрицают это и утверждают, что Бога не существует, ведь его никто не видел. But if they will study the creation and if they will examine the different elements of creation, you can see there must be some very intelligent being behind the creation. Но если вы начнете изучать творение и его элементы, вы очень легко увидите, что за всем этим стоит кто-то очень разумный. Bhagavad Gita is, as Prabhupada said in the purport, the Bhagavad Gita is only giving an introduction to these elements. But if you want to know more, you can read Srimad Bhagavatam. И здесь в комментариях Шрила Прабхупада говорит, что Бхагавад-гита дает лишь общие сведения о этих материальных элементах. И если вы хотите изучить их более глубоко, то можно обратиться, например, к Шримад-Бхагаватам. And particularly you can read Lord Kapila's description of Sankhya Yoga, where he analyzes all the different elements of the creation. В частности, вы можете изучить философию Санкхья-йоги, изложенную Господом Капилой, где он в подробностях описывает материальное творение и его элементы. So we hear that there are the five gross elements, and then there are the five knowledge-acquiring senses. Итак, здесь мы читаем, что есть пять грубых элементов и пять познающих чувств. As I was describing the different element, I mentioned five different senses. Как я сейчас только что описывал пять элементов и пять органов чувств. Right, the five knowledge acquiring senses. We get information from these five senses. Они называются пять познающих органов чувств, то есть это органы чувств, через которые мы получаем информацию. With the nose, we can smell. Oh, somebody's cooking something. It smells very nice. Or maybe it smells burned, even. You know, we hope not. But the nose can detect these kind of things. С помощью нашего носа мы можем узнать, что кто-то что-то готовит, или даже не дай бог что-то подгорело. Таким образом, нос сообщает нам эту информацию. And the eyes. Different objects will be pleasing or displeasing to the eyes.
или глаза, через которые мы созерцаем какие-то приятные или неприятные объекты. We spoke about the skin, how the skin can detect whether it's warm or cold, whether it's windy or not. Также наша кожа может сказать нам, холодно сейчас или тепло, дует ветер или нет. So we have the eyes, we have the nose for the smell, we have the skin, we have the, also the tongue. Итак, у нас есть глаза, нос, кожа и язык. And which we use the tongue to taste. И с помощью языка мы ощущаем вкус. The water, when we drink the water, oh, this is nice water, it's very clear, very refreshing. Мы пьем воду и ощущаем, какая она чистая и освежающая. So, then the ear also for hearing sound. И также уши, с помощью которых мы слышим звуки. Which is very important, of course, for us in our practice of bhakti yoga. И уши особенно важны для нас в нашей практике бхакти-йоги. We need to hear carefully the Vedic knowledge. Потому что мы должны внимательно слушать ведическое знание. So we have these five knowledge-acquiring senses. And these senses, they can be used to help us, but they can also get us into trouble. Итак, мы обсудили пять познающих органов чувств, которые могут быть нам очень полезны, но также и могут доставить нам неприятности. Just like little fish swimming in the sea, they're attracted if they see a worm on the end of a hook. They think, oh, that looks like a nice worm. And they want to eat the worm, and they get caught on the hook. Например, рыбка плывет по морю и видит червяка, который свисает с крючка, и думает, какое потрясающее лакомство меня ждет. Пытается заглотить этого червяка, но попадается на крючок. But people, you know, the fish people like to fish, and they do these things. They take worms and put them on hooks, and they catch these fish. The poor fish gets caught because of its uncontrolled tongue. И люди как раз используют это неконтролируемое чувство у рыб, их желание наслаждать свой язык, и таким образом, заманивая их червячком, ловят их на крючок. And then there are flies. There's a type of fly which is very attracted to bright lights. And when it sees a fire, it's very attracted, and they will fly right into the fire and be burned. И есть также насекомые, которых очень привлекает яркий свет, и они летят на этот яркий свет, и в результате сгорают в огне. So because of the bright light, because of their attraction to the light, they were drawn into the fire and they lost their life. Из-за того, что их настолько привлекает яркий свет, они попадают в огонь, и там расстаются жизнь. Then there's an animal, oh, the elephant. You know how they capture a male elephant? They have a female elephant. And the male elephant will smell the female elephant. Или пример со слоном. Вы знаете, как можно поймать могучего самца слона? Для него готовят самку в качестве приманки. И слон ощущает запах, исходящий от самки. They will dig a big hole right beside the female elephant, and they will cover it with some grass, and then the male elephant will smell the female elephant, and he will come running to want to enjoy the female elephant, and he will fall into the hole. Эти люди, которые хотят поймать слона, выкапывают огромную яму прямо перед самкой, перед тем местом, где сидит самка. И слон, чуя запах от самки, бежит со всех ног, желая с ней насладиться, и падает в эту яму, которая замаскирована различными ветками травы. So because of the sense of smell, he was attracted and he ended up in great difficulty. И привлекаясь запахом, из-за вот этого чувства запаха,
слон оказывается в больших неприятностях. And then when people hunt deers, they go hunting very nasty people, cruel people. The deer is a beautiful animal, but people go hunting deers. And how do they capture the deer? They will have someone play the flute. And when the deer hears the sound of the flute, then the deer will become stunned and think, oh, what is that beautiful sound? Или как происходит охота на оленей. Конечно, на оленей охотятся просто ужасные люди, потому что олени — это прекрасные животные. Тем не менее, они ставят кого-то, кто будет играть на флейте. И когда олень слышит этот звук флейты, он просто замирает и думает, откуда доносится такой чудесный звук. Just like when Lord Krishna was in Vrindavan playing the flute, all the animals in Vrindavan, they would all become stunned when they heard the sound of Krishna's flute. Когда Кришна играл на флейте во Вриндаване, все животные, заслышав звук его флейты, тоже замирали. Even the demigods in their airplanes would become stunned when they heard the sound of Krishna's flute. Даже полубоги, которые летали на своих летательных аппаратах, замирали, заслышав звук флейты Кришны. The river Yamuna would stop flowing to hear the vibration of Lord Krishna's flute. Даже река Ямуна прекращала свое течение, заслышав звуки флейты Кришны. And the little calves, who are usually so eager to drink the milk from their mother cow, they would stop. They would also become stunned when they heard Krishna playing the flute. И даже маленькие телята, которые всегда норовили попить молока у своих матерей, тоже застывали, заслышав звуки флейты Кришны. So sometimes the hunters, they will employ someone to play a flute, and when the deer hears the sound of the flute, they also become stunned. At that time, the hunter can come and just kill the deer. Итак, вот эти жестокие охотники нанимают кого-то, кто будет играть на флейте, и когда олень слышит звуки флейты, он замирает, и охотнику ничего не стоит подойти и убить его. So I'm giving examples about different creatures who got problems because of their uncontrolled senses. Итак, вот это примеры, когда различные существа попадают в большие неприятности из-за своих неконтролируемых органов чувств. And we should understand how important it is for us to control our senses. И мы также должны понять, насколько важно это для нас контролировать чувства. Those animals got problem just because of one sense. Эти вышеперечисленные животные попали в неприятности и только из-за одного органа чувств. But in the human body we have five senses, and they're all demanding attention. They're all leading us, trying to take us away from our real purpose in life. Но в человеческом теле у нас развиты пять органов чувств, и они все манят нас, и все отвлекают нас от нашей настоящей цели жизни. So it is said the senses are actually the property of Lord Krishna, who is known as Rishikesh, means the proprietor of the senses. Но по-настоящему все чувства принадлежат Верховному Господу Кришне, чье имя Ришикеша, повелитель чувств. So we're meant to use our senses in the service of Lord Krishna. Поэтому наши чувства предназначены для служения Кришне. And if we don't use them in the service of Krishna, then we use them in the service of Maya. И если мы не задействуем свои чувства в служении Кришне, то мы задействуем их в служении Майи. And the senses are, Arjuna was saying, the senses are very strong, very difficult to control. Arjuna упоминал, что чувства очень сильны и их очень сложно контролировать. And it's even more difficult to control the mind. И еще сложнее контролировать ум. So the mind is described also as the inner sense.
И ум здесь описывается как внутренние чувства. And we have heard in the sixth chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna has described the yoga process, and he spoke about the importance of controlling the mind. И в шестой главе, где Кришна описывает процесс йоги, он говорит о важности контроля ума. He said the mind can be the friend, or the mind can be the enemy. Он говорит, что наш ум может быть нам как другом, так и врагом. We can elevate ourselves by our mind, or we can degrade ourselves by the mind. С помощью ума мы можем как возвыситься, так и деградировать. So, very important for us to control the mind, get control over the mind. Поэтому нам очень важно научиться управлять своим умом и контролировать его. Make the mind a friend. Don't let it be an enemy. Make it a friend. How do we make it a friend? We train. Сделайте ум своим другом, не делайте его своим врагом. И как сделать его своим другом с помощью тренировки? They told me practice is a very fashionable word in Russia these days. So this is a practice. We practice controlling the mind. Мне сказали, что слово практика сейчас очень популярно в России. И таким образом у нас существует практика, при помощи которой мы можем подчинить себе ум. The mind can be the enemy. How to deal with a wild animal? Just like if you capture a wild animal, how do you train it? How do you deal with it? И как же мне сделать ум своим врагом? Нужно посмотреть на то, как обращаются с диким животным, когда его ловят, каким образом его дрессируют. So, usually capture a wild animal, you want to put it in a cage, keep it in a cage, and don't feed it. Если вы поймали дикое животное, вам нужно прежде всего поместить его в клетку и не кормить его. So, if you capture some creature like a lion, you put it in a cage, keep it in the cage, don't feed it, but then after some time, when it's really hungry, then take a whip and beat it. Если вы поймали дикое животное, например, льва, вы помещаете его в клетку, не кормите, и через какое-то время, когда он уже очень оголодал, вы начинаете его бить. And then feed it. А после этого покормите. So in this way, the lion understands that this person is very powerful. They put me in this cage. They starved me for so many days, and then they beat me, and now they're feeding me. So I better do whatever they say. И благодаря этому лев понимает, что те, кто его поймал, это очень сильные люди, потому что они сначала посадили его в клетку, потом не кормили, потом начали бить, и только потом покормили. И поэтому он рассуждает так, что лучше я подчинюсь и буду делать то, что они хотят. You want the wild animal to become tamed? This is how you do it. Если вы хотите подчинить себе дикое животное, то именно так с ним следует обращаться. So we want to train our mind, we want to tame our mind, make our mind a friend. We have to do things, we have to make the mind do the things it doesn't want to do. Если мы хотим подчинить себе ум и сделать его своим другом, то мы должны заставить его делать то, что он не хочет. Often our mind is rebellious, it's saying, oh no, don't wake up this morning, just sleep more. Очень часто наш ум протестует и отказывается, например, вставать рано и говорит нам, ну давай еще поспим. The mind says, just sleep more, you don't need to get up, have a good rest, you've worked hard today, you need a good rest. Ум говорит нам, не нужно сейчас вставать, поспи еще, ты так тяжело работал, нужно еще поспать. And the mind says, you don't need to chant today, you chanted yesterday, you need a day off. И также ум может нам говорить, но зачем тебе сегодня воспевать? Ты же вчера уже воспевал, пусть сегодня будет выходной. So
So the mind will always raise objections, you know, oh, don't surrender to Krishna, you know, just relax and enjoy, you know, you can be happy sleeping in Maya. You don't need to do anything. Ум часто привносит различные возражения и говорит, зачем тебе предаваться Кришне? Тебе это не нужно. Просто расслабься, просто будь в Майе, и все будет хорошо. So we have to train the mind. You have to beat the mind. How do you beat the mind? You make it do everything it doesn't want to do. И таким образом нам нужно дрессировать свой ум. Нам нужно бить его. И как мы можем бить свой ум? А для этого нужно делать то, что он не хочет. We make it chant Hare Krishna. I'm going to sit and chant. Мы можем заставлять себя воспевать Хари Кришна. Мы просто садимся и воспеваем. And I'm going to get up in time to go to Arti in the morning, and I'm going to go to Japa, and I'm going to go through morning program. The mind is saying, oh no, don't do it. И мы полны решимости прочитать джапу, встать рано, пойти на утреннюю программу, а ум нам нашептывает, нет, только не это. So the mind is rebelling in the beginning, but gradually, gradually it becomes nectarian. We begin to take pleasure in these things. Итак, вначале ум бесконечно протестует, но потом постепенно мы начинаем ощущать нектар и начинаем испытывать вкус ко всему этому. When the mind becomes a friend, then the mind will say, yes, we've got to get up tomorrow. We've got to make sure you get up early to come to Mangal Arti. You want to be there in time for the Mangal Arti. И когда ум станет нашим другом, он наоборот будет нам помогать и будет говорить: да, конечно, мы обязательно должны завтра встать рано, чтобы не пропустить Мангал Арти. The mind will say, yeah, we want to go to the morning program. We want to read Prabhupada's books. We want to chant Hare Krishna more. И ум будет говорить нам, мы должны посетить утреннюю программу, мы должны больше читать книги Шрилы Прабхупады и больше воспевать. That's a sign the mind is becoming a friend. Таков признак того, что ум стал нашим другом. It's directing us towards the service of Krishna. Он направляет нас к служению Кришне. So the mind, from the function of the mind is desire. Функция ума — это желание. We have a lot of desires. We all have desires. У нас у всех много желаний. The nature of the mind to desire. But the impersonalists, the Mayavadis, the Buddhists, they want to stop desire. Природа ума — хотеть чего-то. Но имперсоналисты, Майявади и буддисты, они хотят остановить все желания. But our process is to purify desire. Но наш процесс заключается в том, чтобы очистить желание. Not to try to stop the desire, but to desire in relation to Krishna and Krishna's service. Не пытаться остановить желание, а просто сделать свои желания связанными с Кришной и со служением Ему. Of course, sometimes our desires are not good. So higher than desire is intelligence. Intelligence is there to guide our desires. И, конечно, иногда мы можем желать чего-то плохого, и поэтому есть нечто высшее, что стоит над желаниями, и это разум, который направляет нас и помогает определить, чего же нам желать. The mind may say, oh, I need money. Maybe I should rob the bank and get some money from the bank. But the intelligence will say, no, no, that is not a very good idea. Например, ум может подумать, мне срочно нужны деньги. Может быть, мне стоит ограбить банк, но разум отвечает на это, нет, не стоит, это плохая идея. You don't want to spend the rest of your life in jail. Ты ведь не хочешь провести остаток жизни в тюрьме? So the intelligence guides the mind. Intelligence is guiding the different desires which come in our mind. Поэтому разум направляет ум и контролирует желания, которые приходят в наш ум. And the ego is also there.
the ahankar, that manner in which we identify with everything in this world. И также присутствует такой элемент, как эго или аханкара, то, при помощи чего мы отождествляем себя с этим миром. So there is the false ego, and there is the true ego. The true ego is to understand I am a servant of Krishna. And the false ego is to think I am the controller. И существует как ложное эго, так и истинное эго. Истинное эго — это отождествление себя со слугой Господа, а ложное эго — это отождествление себя с контролирующим. So these are the three subtle elements, the subtle body. And the subtle body accompanies the soul at the time of death. Итак, эти три тонких элемента составляют тонкое тело, которое сопровождает душу в момент смерти. The gross body, that's finished with death. Грубому телу приходит конец в момент смерти. You give up one gross body, take another gross body. Вы оставляете одно грубое тело и получаете другое. But the subtle body accompanies the soul to the next body, and it arranges for the body according to the state of our subtle body. Но тонкое тело вместе с душой переходит в следующее тело, и следующее грубое тело как раз формируется, исходя из того, какое у нас тонкое тело. Very important for us to have a nice, peaceful, pure mind fixed on Krishna. Поэтому для нас очень важно иметь умиротворенный и чистый ум, сосредоточенный на Кришне. If we are in Krishna consciousness, then in the next life we will go on in Krishna consciousness. Если мы будем пребывать в сознании Кришны, то и в следующей жизни мы сможем продолжить свою практику сознания Кришны. Whatever is the mental condition, that becomes the gross body in the next life. Состояние ума на момент смерти определяет наше грубое тело в следующей жизни. So Srila Prabhupada makes a point how the gross body is the kshetra, that is temporary, that is material. И Шрила Прабхупада упоминает, что грубое тело или кшетра — это временное и материальное понятие. But there's a кшетрагна. Кшетрагна means the knower of the field. The knower of the field is the soul. Но также есть кшетрагья, тот, кто знает поле. И знающий поле — это душа. There are actually two knowers of the field. There is the individual soul. Вообще есть два знающих поля. Это индивидуальная душа и сверхдуша. And they are not temporary. They are temporary. И они не временные, они вечные. All right. Are there any questions? Есть ли вопросы? Yes, Melody. Спасибо. Вы говорили, что ум, когда он друг, он говорит, давай, вставай, читай, беги, изучай. А если есть динамика, но она очень неравномерная, то есть какие-то процессы, которые раньше мне было сложно делать, вот как-то вот раз, вот ум такой разогнался, а другие процессы тяжело. Вот что можно тут сделать, потому что я уже... Какая фантазия у меня была, уже все сделала, то есть, или просто продолжать, или что-то сделать, то есть, какие еще есть способы? You mentioned that when the mind becomes our friend, that it tells us to get up early and change japa and so on. So I noticed that my mind helps me with some processes, but some other processes are still difficult for me. And I've tried many ways to persuade my mind to help me in these processes, but I don't know what can I do else so that my mind will help me in all the processes. I will tell you a very special secret, what you can do. Я сейчас открою вам
особенный секрет. Chanta Hare Krishna mantra without offense. Повторяйте Харе Кришна мантру без оскорблений. Every day, be very careful to chant the holy names with great care and attention, and your mind will become free from these things. Каждый день повторяйте Махамантру с огромным вниманием, и это освободит вас от этих проблем. Everything is there in the holy name. If you practice this chanting of the holy name, then you will get this full control over the mind and over the emotions of the body. В святом имени содержится все, поэтому если вы будете внимательно его повторять, вы полностью будете контролировать свой ум и чувства, эмоции. You have to chant with more attention, with more care. Вам нужно повторять более внимательно. Everything is there in this process. You can get perfect peace of mind just simply by chanting the Maha Mantra. В этом процессе есть все. И если вы будете внимательно повторять мантру, то вы получите очень спокойный, твердый и умиротворенный ум. And you can remove all of these anarthas, all of these unwanted things which are there. И вы сможете избавиться от всех анарх, от всего нежелательного. So more chanting will help you. Поэтому больше воспевания поможет вам. Just like today's Ekadasi, did you do more chanting today? Например, сегодня Экадаши. Вы сегодня больше воспевали? Not yet. Not yet. Already 9:30. Еще нет, так уже 9 часов. Полдевятого. Yet you have to have more determination to devote yourself to the chanting of the holy name. And it will help us to overcome all of these things which we don't want in our character. Вы должны набраться еще больше решимости воспевать Святое Имя, и это позволит вам избавиться от всех качеств, которые вам в себе не нравятся. You should constantly be checking. We have to constantly check ourselves. How much am I strictly following the devotional path, and where am I deviating? Вы должны постоянно очень внимательно проверять себя, насколько строго я следую преданному путю преданного служения и где я отклоняюсь. What am I doing wrong? And then, okay, I did that wrong. I should make sure I don't do that again. I have to watch out. Что я сделал неправильно? Ага, вот это. Значит, я буду очень внимателен, чтобы в следующий раз уже этого не делать. Oh, I got very angry. I used some bad words. But we should feel very guilty about that. And we should make a point to avoid this kind of situation. Я разозлился, вышел из себя и использовал какие-то дурные слова. Мы должны за такие поступки испытывать вину и просто быть внимательными, чтобы в следующий раз не совершать этого. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, there are three gates to hell: lust, anger, and greed, and every sane person should avoid them. Господь Кришна в Бхагавад Гите говорит, что есть трое врат ад: это вожделение, жадность и гнев. И святой человек должен избегать этого. So we have to be constantly checking on ourselves and analyzing where am I going wrong, what are my faults, and making an effort to remove them. И мы должны быть очень внимательными и проверять себя, замечать, какие мы ошибки совершили, какие у нас недостатки, и стараться избавляться от всего этого. What am I doing which is not devotional, which is against the devotional qualities? What am I doing wrong? We have to recognize these things and work to remove them. Что я делаю, что делает меня непреданным? А какие мои поступки расходятся с качествами преданного? И эти поступки мы должны отслеживать и не допускать в будущем. Lust is the worst of the three. The anger and the greed, they come from lust.
Из вот этих трех пороков самым сильным является вожделение, поскольку из него рождаются жадность и гнев. Lust means the desire for more, to enjoy the material world more. Вожделение означает желание наслаждаться еще больше, желание наслаждаться миром еще больше. And if we don't get what we want, we become angry. А когда мы не получаем того, что мы хотим, мы впадаем в гнев. And when we do get what we wanted to satisfy our lust, we want more. We become greedy for more. А когда мы наоборот получаем то, чего мы хотели, у нас появляется желание иметь еще больше, и таким образом развивается жадность. Instead of saying I'm satisfied, we say I want more. Вместо того, чтобы сказать я доволен, мы говорим я хочу еще. Because it's the nature of lust. It burns like fire and is never satisfied. Потому что такова природа вожделения. Оно подобно бушующему пожару. И его никогда не удовлетворить. We have to work very hard to guard these, against these things and control the senses. Мы должны очень стараться, чтобы избавиться от этих пороков и контролировать свои чувства. But chanting Hare Krishna is the best way to control the senses. Поэтому повторять Хари Кришна — это лучший способ контролировать чувства. Yeah. Thank you so much. Гуру Махарадж, Шрилопада Шримад-Бхагаватам говорит, что мы можем постичь Господа, но находясь уже на ступени Васудевы. Вот. Ну, скажите, повторяя 16 кругов и занимаясь служением, как быстро мы можем достичь такого уровня? Или нам нужно прилагать какие-то особые сверхусилия? Srila Prabhupada mentioned in the purport for Srimad Bhagavatam that we can attain Krishna only at the level of Vasudeva. But is our daily practice of chanting 16 rounds is enough for that? Or do we have to put some more efforts for attaining Krishna? Well, Srila Prabhupada has given us the daily chanting of 16 rounds. With the requirement that the rest of the day we should stay engaged in Krishna's service. Шрила Прабхупада дал нам практику ежедневного повторения 16 кругов с таким условием, что и остаток дня мы тоже должны посвящать какой-то деятельности, связанной с Кришной. So if you're engaged in Krishna's service and then chant 16 rounds, then no problem. Поэтому, если вы заняты преданным служением и еще и повторяете 16 кругов, то тогда вообще проблем нет. But if you have more time, then it's very good to do more chanting. Prabhupada said 16 rounds is the minimum number of rounds to chant. А если у вас есть больше времени, то вы можете воспевать больше, потому что Шрила Прабхупада говорил, что 16 кругов это минимум. So you can consider yourself. If you have more time, you can do more chanting. Поэтому смотрите по своей ситуации. Если у вас есть дополнительное время, вы можете успевать больше. But Srila Prabhupada said, follow the four principles and chant 16 rounds, and you can, if you do that for the rest of your life, you can go back to God. Шрила Прабхупада сказал, если вы повторяете 16 кругов и соблюдаете 4 регулирующих принципа до конца жизни, то вы сможете вернуться к Богу. Кришна, Ваше Святейшество. У меня такой вопрос. Как ваша динамика, вот, вашей практики за 50 лет повторения святых имен, она вот менялась, ну, в соответствии с, ну, с повторением, ну, с возрастом, со временем? Вы повторяли в начале, потом какое-то время, вот уже вы 50 лет повторяете, как вот динамика развития святого имени в вашем сердце, ну, проявляется? You've been practicing chanting of holy name for 50 years, so how can you estimate the dynamics of development?
individual chanting. Dynamics of my chanting? Well, it's something which you do every day, right? It's something which you don't neglect. It's our most important part in the day. Our most important activity in the day is the chanting of the holy name, so we give it priority. Наша самая главная деятельность за день – это воспевание Святого имени, и мы отдаем ей наивысший приоритет. Это то, чем нельзя пренебрегать. I take more time to chant and to hear the holy name. I try to chant clearly. I try not to mumble. Я стараюсь уделять достаточно времени слушанию и воспеванию. Я повторяю отчетливо, не коверкая со слова. So I try to chant also as Prabhupada instructs us that it's a calling to the Lord, that we're His child and we want to go back. И также я стараюсь следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, которые он дал нам в отношении повторения Святого Имени. Я помню о том, что это подобно зову младенца к родителю, и молюсь о том, чтобы он забрал меня. Chanting is the means, and chanting is also the perfection. Воспевание — это и способ достижения совершенства, и само совершенство. So we're chanting. Prabhupada told Giriraj Maharaj one time, he told him, he said, it took me 32 years to perfect my chanting. Однажды Шрила Прабхупада сказал Гирираджу Махараджу, что у меня заняло 32 года, чтобы достичь совершенства в воспевании Святого Имени. But Шрила Прабхупада was born in a Vaishnava family without any sin. Но Шрила Прабхупада был рожден в вайшнавской семье и никогда не совершал грехов. I didn't have that kind of birth. Мне не повезло с таким же рождением. I was not brought up in a Vaishnava family. Я рос не в вайшнавской семье. But I came to the Vaishnava family. I came to the Krishna consciousness movement. Но я пришел к большой вайшнавской семье. Я вступил в движение сознания Кришны. So it may take me 32 births before I perfect my chanting. Поэтому, прежде чем я достигну совершенства в воспевании, возможно, мне понадобится 32 рождения. But I'll keep chanting. Но я все равно продолжу воспевать. So I have faith in the Holy Name. У меня есть вера в Святое Имя. Посмотрел на свой ум, как только взял телефон в руки. У меня пошло время не туда. Одни новости мирские. Как правильно использовать социальные сети, интернет, применительно для современного жизни? Now the internet is very much developed, and as we take our mobile phone in hands, then you know it's just takes us away and we are getting immersed in some news or something. So how can we use the internet and social media and so on in our practice of devotional service? Well, just make sure you do that. You just be conscious that you want to use it for the service of Krishna. Просто сами обратите внимание, для чего вы используете телефон или другие гаджеты, чтобы это было задействовано в служении Кришне. Just be involved in groups which are Krishna conscious. Be attached to the association of devotees. Use the internet to associate with devotees. Используйте интернет, чтобы общаться с преданными или состоять в каких-то группах, где происходит обсуждение по тематикам, связанным с Кришной. And if they're not devotees, then preach to them. И если вы состоите в каких-то чатах, где не преданные, то проповедуйте им. Preach
Krishna consciousness. Проповедуйте сознание Кришны. You can do a lot of preaching on the internet. В интернете можно делать очень много проповедей. And you can distribute books on the internet. You can make new friends. You can do a lot. В интернете можно распространять книги, можно находить друзей, можно много чего делать. So Krishna will give you the intelligence how to do it. И Кришна даст вам разум, как делать это правильно. Okay. Hare Krishna. Okay, last question. Последний вопрос. Hare Krishna. Раз, спасибо большое за лекцию. Подскажите мне вообще такой вопрос, последний. Ну вот вы говорили про ум, нужно сделать его другом. А есть еще такое понятие — голос сердца. Это что? Преданный голос сердца. You mentioned that we should make our mind our friend, but there is also some term, a voice of our heart. What is the voice of a heart for a devotee? I don't know. What is the voice of your heart? Я не знаю, каков голос вашего сердца. Lord Krishna is in the heart. Are you hearing Lord Krishna? Or are you just hearing your own mind? В вашем сердце находится Господь Кришна. Вы слушаете Его или вы слушаете свой собственный ум? Just like we talk about soul friends. You know, soul friends, they say, we're soul friends. But actually it's nothing to do with the soul, it's just based on the body. But people use this term of soul friends. So the same way they speak about the heart, the voice of the heart, they don't actually know what is the heart. Как есть такое понятие «друзья по духу» или «друзья в душе», но люди даже не понимают то, что такое душа, потому что все это связано лишь с телом. И точно так же голос сердца может идти либо от Господа, либо из нашего собственного ума. So, someone was saying today that they wanted to make Krishna their guru. I said, yes, that's what Krishna is, Chaitya Guru, he's the guru from the heart. But are you hearing Krishna or are you hearing your own mind? Кто-то сказал сегодня, что я хочу сделать Кришну своим гуру. И я сказал, что да, действительно, Кришна — это как Чайти, это гуру, гуру, который находится в сердце. Но тут проблема в том, что мы не знаем, мы слышим Кришну или мы слышим свой собственный ум. So sometimes the mind can be so cunning, they will say, I'm the heart. But actually it's not the heart, it's the mind. Ум очень хитрый, он может вам нашептать, что это я, тот самый голос сердца, но это будет просто ум. So within the heart, there is the super soul, and there's also the living entity. В нашем сердце есть цель душа и просто индивидуальная душа, живое существо. And Bhagavad Gita, Lord Krishna describes super soul, says, from me comes knowledge, remembrance and forgetfulness. И в Бхагавад Гите Кришна так описывает свою душу, что из нее исходят память, знание и забвение. So the voice of the heart could be the super soul, and it could be acting in either of these ways, either giving you knowledge or allowing you to forget, or knowledge, remembrance or forgetfulness. И голос сердца может исходить из сверхдуши, но опять же это может быть либо сверхдуша дает вам знание, либо дает память, либо наоборот дает забвение. Because Krishna is in the heart, so he knows our mind, he knows our desire. Кришна находится в нашем сердце, и он прекрасно знает наш ум и наши желания. So sometimes he allows you to forget things which you should actually not be forgetting. И поэтому иногда он позволяет нам забыть о вещах, о которых мы не должны были бы забывать. Just like we forget material world, a miserable place, there's a lot of suffering here. But we're thinking, no, I can enjoy. Например, иногда мы забываем о том, что материальный мир — это место, исполненное страданий, и думаем, что это
наслаждаться. Yes, you can enjoy a little bit, but along with that enjoyment, there's a lot more suffering coming with it. Да, вы, конечно, можете наслаждаться, но вместе с этим наслаждением приходит и множество страданий, которые вам также придется испытать. It's the nature of the material world that we forget. Такова природа материального мира, но мы об этом забываем. Krishna allows us, and the super soul allows us to forget, so that we can try to enjoy more the material world. Сверхдуша позволяет нам забыть об этом, чтобы мы могли попробовать еще наслаждаться материальным миром. So you can say that's the voice of the heart, the super soul. И поэтому вы можете сказать, что голос сердца — это сверхдуша. The super soul is the overseer and the permitter. Сверхдуша наблюдает и позволяет. He's overseeing, he's watching over us, watching us, and he's sanctioning the different things which we do. Сверхдуша наблюдает за тем, что мы делаем, и дает дозволение на наши поступки. Sometimes he will sanction, sometimes he will not. He will not permit you. Say, no, don't. He won't allow us to. Иногда сверхдуша позволяет нам что-то делать, а иногда не позволяет. Because he's the friend, the best friend of all of us. Поскольку сверхдуша — это наш лучший друг. But he's the friend we've forgotten. The super soul. Но сверхдуша — это друг, о котором мы забыли. We're looking around, trying to find the best friend. The best friend is within us, the super soul. Мы смотрим вокруг в надежде найти себе друзей, но забываем о том, что наш лучший друг находится в нашем сердце. Recording stopped. Далеко не буду ходить, подарим все эти вещи.